На сегодняшний день администрации города Северодонецка Луганской Народной Республики активно началась работа по выплате компенсации за полностью разрушенное жилье, которое пострадало вследствие боевых действий. Так, в период с 24 по 28 октября назначены 38 выплат за полностью разрушенное жилье на общую сумму 49 934 700 рублей. Кроме того, подготовлен проект распоряжения еще на 9 выплат. Хочу обратить внимание, что работа по приему заявлений не прекращается. Также специалисты администрации дают консультации по подаче документов. Жители, чье жилье пострадало либо разрушено, могут обращаться в администрацию города Северодонецка с понедельника по пятницу с 8 до 17.00 и подавать пакет документов на получение компенсации согласно постановлению правительства.